большие, и маленькие, и большие. Здравствуйте, жители провинциальные, ближние и дальние. Да здравствуй, здравствуй. Чё ты тут целый день кланяться будешь? А ну говори что-нибудь, да по-русски. Я немец. Кто? Перец. Мой говорит по-немецку. А, по-шведску? По-немецку. А, по-турецку. Да не по-турецку, по-немецку. Как? Sprechen Sie Deutsch. Иван Андреевич. Sprechen Sie Deutsch. Sprechen Sie Deutsch. Греет душу, тешит взор. Палехский золотой узор.
все с товарами разными по всей России. Шли ладьи, любуясь красотами местными, нашим бульваром тенистым, да за местным народом приглядывая. От седых времен в городе торг знатный шел, рыбой да тканями, хлебами да диковинами. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me, okay.